Среда и Киров, участники автопробега «Дорогами правды» прикоснулись к подкове на удачу. Приметы продолжали встречаться на всем оставшемся пути. Йошкар-Ола, последняя точка маршрута, приветствовала нас дождем. А это, как известно, хорошая примета. В марийской столице ульяновцам сопутствовала удача. Йошкар-Олинским коллегам мы подкинули замечательную идею, как встретить свой столетний юбилей. До нашего столетия осталось каких-то 4 года. И, может быть, мы и к вам приедем. Осталось совсем чуть-чуть. То есть вы на столетний юбилей тоже хотите провести этот пробег? Возможно. К счастью, есть теперь у нас такие друзья. Передача опыта – это как раз то, ради чего был задуман автопробег. И поэтому отклик в душе наших коллег служит лучшей наградой за все трудности в пути. Марийские правдинцы в долгу не остались и провели замечательную экскурсию по городу. Он, кстати, сильно меняется в последние годы. Прежде берег реки Малая Кокшага, несмотря на свое расположение в центре марийской столицы, был в запущенном состоянии. Заросли деревьев до пески – все, что можно было здесь увидеть. Очень сильно поменялась, конечно, картинка буквально за последние 10-15 лет. Вот появились у нас все эти здания великолепные, церкви, купола. Все мероприятия городские проходят здесь. Конечно, набережная очень нравится и жителям республики. Очень много у нас сейчас туристов приезжают, гуляют здесь, отдыхают. Ребятишки здесь катаются на велосипедах, на роликах. То есть, ну правда, вот набережная радует очень нас. Марийцы не стали сильно углубляться в свою историю, а решили скопировать известные шедевры архитектуры. Московский Кремль, амстердамские домики, храм Спаса на Крови и флорентийские башенки. Все компактно уместилось на небольшой площади. Во время нашей прогулки природа смилостивилась и выглянуло солнце. Произошло это во время появления еще одной достопримечательности города. Почему появление? Каждые 3 часа под церковное песнопение совершают свой ход 12 апостолов и Иисус Христос, восседающий на ослике. Почти все достопримечательности Йошкар-Олы появились совсем недавно, но любовь горожан они уже успели завоевать, а интерес туристов и подавно. Ёшкин кот. Йошкар-Оле – это не ругательство, а, пожалуй, самый известный символ города. В честь него называют магазины, выпускают сувениры. Ну и, конечно же, открыт этот замечательный памятник. Но Ёшкину коту было одиноко сидеть в городе. И тогда йошкар-олинцы решили поставить памятник прекрасной подружке Ёшкиного кота, Ёшкиной кошке. Настоящая семейная идиллия. И вновь в путь. Но теперь этот путь уже лежал в сторону дома, поэтому прошли мы его на одном дыхании. Не мешал даже дождик, преследовавший всю дорогу. Мы же помнили, что это хорошая примета. Тем более, что в УАЗиках сухо и комфортно. В Ульяновске участников автопробега уже ждали. На пороге редакции нас встречала главный редактор издательского дома «Ульяновская правда» Ирина Рановская. Ура! Ура! Я рада! Все мужики мои вернулись. Автопробег «Дорогами правды» завершен. Эта страница столетнего издания перевернута. Но участники еще долго будут делиться впечатлениями. А сам автопробег навсегда войдет в историю «Ульяновской правды». Данил Ноздряков, Михаил Рассашанский, «Ульяновская правда», Йошкар-Ола, Ульяновск.